Привет, дорогие друзья! Вы сегодня увидите в этом видеоролике, как я со своим другом Богданом, длинноволосым дебилом, поедем на гору. Ну, как сказать? Да, прямо на... Ну да, на гору. Будем на нем кататься. Мы сейчас надвигаемся туда. Там очень, кстати, красиво. А по дороге мы будем снимать, как... Ну, Бодя будет снимать, как я буду на заднем колесе стантить. Давайте. Мы приступаем. А, Бодя. А вот и там снимаешь, Бодя. Давай. Ты заебал. Да! Ёбаный в рот. Потому что, блядь. У тебя руки трусятся. Так и должно быть. Не должно быть. На тогда. Снимай. А то я заебался. Смотри, долбоёб стантит. Долбоёб мой отец. Я его в жизни не видел, бля. Дорогу, конечно, снимай. И хватит труситься экраном. Нормально, вот так иди. В чем слово? Долбоёб, руку не ложи на руль. Хорошо, все, давай, блядь. Вот так снимай, заебал. У меня эта рука тоже трясется. Все, начал. Ты долбоёб. Ты там на кнопочку выключить. Ой, какой красивый. А, да, да, да. Снимай. Нет, да. Надо дома оставлять. Нет, нет, нет. Ой, блядь, еще Вадим. Встань на месте и встань. Я выворачиваюсь. Я в твою мать. Хватит дедспины крутить. Почему твоя камера так дрожит сильно? Давай фейки. Давай. На месте. Фейки на месте. О, фейки. А бокалом мне снимать? Нет. Твою рожу? Нет. Знаешь, чего я могу охереть? Если твой телефон куда-то упадет, блядь. Заебись. Как уёбок держишь телефон, дай. Бля, вниз долго падать. Додище. Постригись, на кого похож, чмо. На твоего отца. А сука, твоя трубка в хуйне. Да уж, на велосипеде очень сложно подняться. Я уже заебался. Нога с педали слетела. А? Нога с педали слетела. У меня. А давай, знаешь, челлендж сделаем для тебя. Какой? Ты без тормозов вниз поедешь. Пошел ты. Нахуй. Нам сюда надо.
красиво. А это некрасиво. На свое ебало. Он трансформатор снимет, он очень красивый, ржавый. Недострой. Оп. Сейчас еще поднимемся. Смотри, блядь, на дверь, нахуй. Гений инженерии, нахер. На нее, нахуй. Это чтобы от зомби обороняться. Там еще окно, блядь, нет. Сегодня облачков нету. Кайф. Кайф. Сейчас сделаем. Момент. Нет. Маркет, блядь. А вот и спутник. Ну как спутник? Отель-спутник. Это и есть спутник? Да. Чиблан. А мы дальше спутника должны поехать. Спуститься с другой стороны оттуда. Оттуда долго не ехать? Не. Там сразу скат? Там есть скат, но небольшой. Ну, примерно вот так. Покажи. Да, да. Лука бы точно оценил. Воды хочешь? А? Воды. Ничего себе, как солнце светит жестко. Лучом. Тут надо уже спать. Вот тут вода. Попьем воды и продолжим. Вот так. Где я катаюсь, где-то вон там, только вон там, с той стороны. И где я нахожусь. Где-то 2 километра вдали. У нас 2 квартала, это 100 метров. Мы поднимаемся еще выше. Нам там красиво. Пойти, да? Мы потом еще вон там побудем, там в горах. Когда-то, но не сегодня. В этом видеоролике. Ах ты с... Поехали. Смотрите на этот прекрасный вид. Сейчас я подойду. Тут только много, как много кусик. Кузькины. Чё очкусь-то? Не едь, Бодя. Вот это красота. Да, дроп в гроб. Прыгни, Бодя. Красотища. Мне снова холодно стало. Ветер подул, холодно стало. Красиво. Тихо. Долбоёб. Финикулёр. А тут облака начинаются. О, я первый раз, кстати, заметил облака тут. Вроде безоблачно. Ну да, безоблачно. Это вейперы, блядь, бай. Там не считается. Тбилиси, нахуй. Не, с Турции вейперы. Да, да, да. А я вон нашу пятиэтажку вижу, не фокус.
Бодя долбоёб. Когда постригёшься, а? А ты когда, сука, я приду с бритвой и постригу тебя на лысо. Я хочу на напишите в комментарии, что Бодя на девочку похож. Пошёл нахуй. Иди сядь туда. Нельзя материться. Бессовестный чмо. Гораздо, бля. Твой папа. Чё, на девочку, блядь, сука, похож? Нет. И Кешу тоже, блядь. Вот так красиво. Ложечко. Блядь, я заебался. Я нахуй на скажу. Давай, пока. Очень красивые виды. Надо поправить волосы. Красавчик. А ты на тёлку похож. Ну то я тёлка. А, ты есть тёлка? Сам признался, видите, он тёлка. Я вам не говорю, что они делают. Пошёл отсюда. Тома Шелби на минималках. Ща повыше ещё чуть-чуть заберёмся. И красиво будем. Смотрите, горы. Отойди, Бодя. Мы уже давно далеко поднялись. Вон где город. В Вивенях. А где мы? В Казахстане. Да, мы в Казахстане. С велосипедами. Чмо. В Казахстане, мы что ты хочешь? Добро пожаловать в Казахстан. Ну вот Батуми, а где Казахстан? Турция там. Пофиг. Что это? Поехали дальше вон туда. Мы точно перебьем. Поздравляю, мы в Турции. Достижение, блядь. Добро пожаловать в Казахстан. Лёта Казахстана удивительно. Твои банаты. За себя говори. Хорошо, о, снова подъем. Два стункера? О, луна. Где луна? Вон луна. Дурак, что? Вон. А, вон там луна. Обратно подниматься, бля. Ладно. Я устал, бля, пиздец. Мы были на той горе. Оттуда уехали. Ехали, приехали сюда. Мы в Казахстане. Сейчас подняться, спуститься и полностью спуститься. В город хочу. Хочу домой жрать, сука. Я ссать хочу. Долбоёб. Ты тоже домой хочешь? Где мы были? Куда мы попали? Мы в горах. Город, жди нас. Мы придем трюкачить. Смотрите, какой вид открылся. А, блядь, можешь посмотреть мой тормоз? Сам смотри. Раскалены. Блять, обожгло. Ребята, я вам обещаю, как только куплю или Sony GoPro, короче, абсолютно любую экшн-камеру, прицеплю вот сюда, вернусь на это место и сниму спуск. Это просто жесть. Тут такой кайф спускаться. Да. У меня тормоза нагрелись, у него вообще нету тормозов. Как он спускается? У тебя ток ебучий, у меня передний тормоз, блядь. У меня оба скипятились. Короче, тут кайф вообще спускаться. Обязательно я вам засниму на GoPro или на экшн камеру, как я буду спускаться. А мы поехали дальше. Вообще спускаться с гор. Вот и мы спустились с этим додиком. Сейчас, конечно, не видно, вы подумаете, то, что мы до сих пор в горе, но нет, мы спустились.
Мы в какой-то пизде, и нас цыганы хотели остановить. На кое-то самеба. Какие цыганы? Чё пизде? А во что не говорили остановить? С кайфом прокатились. Я обязательно вам засниму это на GoPro. Или завтра. На экшен камеру. Какой завтра? У меня нету камеры. Как именно? Одень свою ебучую куртку и отъебись от меня. Нет. Ладно, ну пока что на этом все. С вами был я, Георгий Райдер. И часовой ролик. И The Cleaver. Долбай. Ладно, всем пока.